Всем хай! Вы просили, и вот она проверка гигантского адвент-календаря от Vivienne Sabo за 12 тысяч. Блин, он реально как три я. Гигантский. Буду тестировать и делать свочи, чтобы перестали спамить а-ля. О, может, эти блогеры, они совсем сжрались и врут. Ладно, давайте проверим этот адвент. Распаковочка. На самом деле у Vivienne Sabo в этом году есть целых два адвент-календаря. Один побогаче, другой, ну, для тех, кто не может купить то, что побогаче. Ладно, шучу, они на самом деле оба классные. Просто такие вот шутки не смешные. Хэштег юмор. Давайте его посмотрим. Вуаля! Значит, этот адвент у нас получается на 31 день. Он выполнен в розово-золотистой гамме. Здесь всевозможные олени, Санта-Клаусы, Деды Морозы, кому как угодно. По его габаритам, чтобы понимали, как я предполагала, он действительно занимает половину вот этого моего съемочного пространства. А у меня тут не то чтобы места мало, ну так для понимания. Нет, ну буквально. Там не очень понятен его размер, но просто посмотрите здесь. Я не знаю, он очень большой, это самый большой, по-моему, адвент-календарь, который я распаковывала. Да, трэш, пойдемте проверять. Итак, давайте с вами посмотрим. Циферка 1. А вот она. Это полноразмерное средство для губ. Называется карандаш. Давайте протестируем оттенок. Делаем свотч. Это другие свотчи. Это не из календаря. Цвет красивый. Мне нравится. В этом видео я буду всем этим краситься и тестировать. И прям начнем, собственно, с карандаша для губ. Я буду краситься прям вот по порядку, который предлагает адвент-календарь. В принципе, я практически всегда, когда использую карандаш, делаю именно так. Цвет, мне кажется, мне подходит. Но то есть он похож на цвет моих губ, только что называется немножко потеплее. Не буду говорить чуть лучше, потому что мне не нравится такая трактовка в последнее время. Вот я скажу, что он немножко потемнее и потеплее моих губ. Мне нравится этот оттенок. Мне нравится то, что первый номер у нас полноразмерный карандаш. Ничего не могу сказать. Годен до 26 года. Все с ним прекрасно и потрясающе. Оттенок, если вдруг кому-то нравится, называется 302. Ну так, на всякий случай, чтобы у вас был повод написать, что хэштег это все реклама, раз ты не обсираешь хороший карандаш. Никаких комментариев и претензий не имею. Поехали дальше. Только номер 2. Да, это музыкальный канал. Вы что, забыли, что я вообще-то пела гиперпоп какое-то время? Сейчас не пою. Многие спрашивают, почему не пою, потому что нет у меня времени сейчас петь. И следующий продукт – это жидкие кремовые тени для век. Я ездила вместе с Vivienne Sabo в том году в пресс-тур. Мы как раз-таки ездили по мотивам вот этого вот Artist 24/7 тени. Сюда можно вставить, как вообще-то пафосно и красиво я могу выглядеть, если меня нормально накрасить и нормально сказать, что мне делать, а не вот этот весь клоунизм. Вообще, сегодня серьезный человек. Я дед. Гео. Кстати, лонгслив от бренда Бездна. Ссылочка в комментариях. Ну, вы знаете. Когда я использую тени, я просто наношу их немного на века и растушевываю пальцем. Я знаю, что у них есть еще какие-то альтернативные методы нанесения, но меня такое вполне устраивает, поэтому все изи. Еще у них есть прикольные сияшки в этой же серии, но тут я не знаю, не могу вам ничего посоветовать, потому что как раз-таки именно матовая текстура, это та, которую я предпочитаю. А еще я поняла, что с того ракурса во мне было видно тени, но они вот такого вот серовато-лилового оттенка, очень красивый цвет. Прям вообще от цвета от окна выглядит потрясающе. А садишься туда, уже ничего не видно, потому что, извините, ну вот здесь вот красный фонарь, он как бы все сжирает. Оцениваем оттенок от 1 до 10. Пользуясь случаем, мне назрел такой вопрос, пока мы раскрываем с вами циферку 3. Кто вообще покупает адвент-календарь, ну кроме блогеров, которые на этом контент делают? А, я забыла песню. Тан-т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 ан. И что это за продукт, я его не знаю. Это карандаш для глаз, Eye Pencil в оттенке 303. Вот такой вот бирюзовый с золотишком. Распаковочка. Минутки АСМР. Вот такой вот АСМР. Ну, я не то чтобы особо в этом специализируюсь. Давайте проверим, как он смотрится на глазах. Это вообще что, это у нас каял или обычный карандаш для глаз? Во-первых, проверим свотч. Во-вторых, хочу сказать, что я не умею работать с карандашами для глаз. Я ими не пользуюсь, типа, вообще. Глиттерами и прочими штуками, но не карандашами. Мне некомфортно, я их не люблю. Поэтому ничего не могу сказать вам про карандаш. Просто покажу, как это будет выглядеть вот такой вот кривой растушевкой. Я не уверена, что это вообще правильный метод нанесения продукта. Кто пользуется карандашами для глаз, расскажите, как вы это делаете. Нет, не иронично, я ими не пользуюсь вообще никогда. Я думаю о том, было ли за 8 лет в моем видео хотя бы раз, чтобы я использовала карандаш для глаз. Мне кажется, нет. Да. Использовала? Ну, типа, шорты снимала точно с карандашами. Я не помню. Год назад. Где-то. Ну, белые карандаши на слизистой я использую, но коричневые никогда. Ну, коричневые нет. Черные и синие у тебя были там. Я помню, да? Я не помню. Ладно, ну, в общем, использовала. Тут видео будет. О, уж эти блогеры, они совсем сжрались и врут.
Ну что ж, дорогие друзья, все знают, что уже совсем скоро Новый год, а значит, настало время покупать подарки. Но если вы пока еще не задумывались, чем порадовать своих близких, то классной идеей мог бы стать подарочный сертификат. И такие есть, например, у Золотого Яблока. В самом приложении можно выбрать любые понравившиеся вам товары. Или легко оформить онлайн-карту. Самому создать креативный дизайн, выбрать сумму, добавить номер телефона получателя и оставить ему видео-поздравление. Моя хорошая, поздравляю тебя с Новым годом. Да, я знаю, это топ-10 неожиданных поздравлений, которые ты когда-либо могла видеть, но в этом и весь прикол. Да, это реально безумно классная функция. Вы просто подумайте о том, как обрадуются ваши близкие, получая не только подарок, но еще и поздравления. Также можно поставить таймер, когда именно ваш друг, подруга или сестра получит это сообщение. Еще и подарок. Так что можно подготовиться заранее. Ссылочку на Золотое Яблоко я оставляю вам в описании. Цифра 4. Без лирических отступлений открываем, потому что там какой-то круг. И это не Михаил. Ты думаешь, что там? Не Михаил. О, это, короче, гель для фиксации. Я не помню этот продукт, точно помню, что я им пользовалась, но не помню, понравился он мне или нет. Но вот, собственно, и узнаем. Единственный момент, я думаю, что я немножко считерю и все-таки подержу его до лучших времен. Потому что если прямо сейчас нанести гель для бровей, во-первых, это нужно идти за кистью, а мне лень вставать, если честно. А во-вторых, ну и потом мне выпадет карандаш для бровей, и что буду делать с этим? Давайте подождем, я думаю, никто не обидится. Цифра номер 5. Это 1, 2, 3, 4, 5. Вот, первая пятерка моей руки. Здесь всего будет 31 цифра, кстати. Во втором адвент-календаре, который побюджетнее, по-моему, 24 или 25, или вообще 12. Надо, кстати, проверить. Так, цифра 5. Ищем. Это я вам ASMR. Если вы не поняли, это было I wish you a Merry Christmas с исполнением пальцами. Я не могу открыть. Помоги, карандаш. О, а я, знаете ли, не прогадала, потому что в следующем номере у нас с вами здесь вот такая вот штука для бровей, если бы точнее, это карандаш, который еще вместе с щеточкой идет, поэтому у нас все идеально сложилось, и мы сейчас будем рисовать брови, а потом использовать желе из прошлого номера. Ну, если я открою этот карандаш, то вообще их так запаковывают, я никогда не понимала, вот зачем делать такие лютые запаковки. Наверное, в этом есть какой-то смысл, потому что люди, которые тратят огромные бюджеты на то, чтобы всякие упаковки придумать, запаковки, транспортировки, явно знают, что они делают. Но мы все равно будем говорить о том, что упаковки неудобны. Вот так. Здесь у нас вот такой вот механический карандашик. Если честно, я лично такие продукты абсолютно субъективно не очень люблю, потому что у меня вечно отламывается вот эта вот часть. И даже какой бы новый у меня продукт не был, видимо, я сильно на него нажимаю, полный отстой происходит. Ну а так, вы, думаю, сами видите, линии получаются тонкие, четкие. Ну посмотрим, что получится нарисовать сейчас на бровях при помощи этого карандашика. Эта штука класс, что еще сказать? Или не класс? Я не знаю. Я боюсь просто что-то хорошее говорить про косметику, потому что когда что-то говоришь хорошее, ну типа про косметику тебе все пишут: о! Это реклама, поэтому можно я буду просто молча краситься. А вы сами за меня сделаете вывод, хороша она или плоха, потому что, ну, типа, kinda обычная хорошая штука для бровей. Не бесит. Обзор закончен, хватит. Ну, теперь погнали зачесывать. Не фанат зачесанных бровей, но почему бы и не сделать сегодня такой макияж? Сравниваем, видите разницу? Не уверена. Да, есть. Ладно, есть. Это не я сказала. Не буду вообще ничего сейчас говорить про этот гель. Посмотрим, как брови будут себя вести к концу этого видоса. Может, они все опадут. Но Каролина говорит, что что-то да видно. Я в зеркало вижу, на камере не вижу, поэтому не знаю. Может быть, я просто слепая. И мы приступаем к циферке 6. Я не знаю, какая еще есть новогодняя песня. О, знаю! Новый год! Новогодний вечер! Новый год! Я дальше не помню слов. Никто не вечен. На минутка драмы. Так, значит, в 6 номере у нас была вот такая вот новогодняя штука. Ну, я не уверена, что она новогодняя, но она выглядит как новогодняя, поэтому новогодняя. И это вот такие вот монотени, или это хайлайтер. Когда ты не знаешь, что это, но по ходу дела придумаешь. И по ходу это тени. По ходу это тени, как сейчас модно в каких-то азиатских макияжах, потому что они не имеют плотной какой-то набитой вот этой вот золотой текстуры, они просто дают легкие блестяшки. Не знаю, насколько продукт будет хороший или плохой, давайте попробуем. Я прям вот так вот их бахаю. Ну что, скажите, пожалуйста, человек за кадром, как это выглядит? Потому что я не вижу. Человек за кадром, говорю, что блестит. Хорошо. Хайп или отстой? Хайп. Класс. Такие, ну это basic. Да, это для гламурок. Вот, ну если вы гламурка, то вам понравится. Типа реально, легко нанеслось, красиво блестит. На камере есть, на телефоне есть, в зеркало видно. Ну вообще, что еще можно добавить? Кстати, надеюсь, вы заметили к моменту середины этого видео, какой у меня декор везде вообще-то. Тут у меня вот новогодняя гирлянда, она, кстати, потухла. Да, это, видимо, нашим батареям было плохо. О, нет! Где же уют? Ну ладно, тут карточки с бабками. А впрочем, ничего нового.
Кстати, отмечу, что пока что все продукты, которые я достала, были полноразмерные. За этот адвент я отдала слишком много денег, поэтому от него я хочу увидеть здесь. Ну, реально хороший контент, полноценный макияж, хорошие продукты. Пока все хорошо. Цифра 7. Какие еще есть новогодние песни? Синий трактор. Телевизор. Ой, что это? Это хайлайтер и кисяшечка. Вау! Глордамур. Хайлайтер. Иллюминаты. Попытка открывания хайлайтера. О. Ну, для начала, как водится, пробуем сделать сводч. Тут уже живого места не остается. Хайлайтер искристый, морозная свежесть. Это ты сама придумала, или там написано? Нет, это я только что сгенерировала. Маркетолог от бога. Что тебя удивляет после того, как у нас есть появилась в продаже зипка «Великий качан»? Ну, давайте бахнем хайлайтер на лицо, и это будет что-то уже понятнее. У меня на лице еще пока нет тона, поэтому непонятно, как это вообще все добро будет смотреться после того, как я его нанесу, но что-то, да, блестит. Хорошо блестит? Да. О, да, вижу, прям... Понимаешь, боюсь что-то хвалить. Я просто боюсь сказать, что мне типа норм, потому что все опять начнут писать чушь, а мне не заплатили за рекламу. А вот если бы заплатили, я бы радостно вообще сидела еще в 10 раз больше довольна была. Почему? Если развернуться, блестит вот так. Ну, Vivienne Sabot — это не альтушный бренд. Тут не будет каких-то сияний в стиле Джеффри Стара. Нет, тут так не работает. Это все для макияжа пафосной кицы. Возможно, у меня вообще сегодня получится макияж 2017 года, как я раньше делала. Вот так. Это все еще один человек. Ладно, номер 8. Знаете, вообще, когда люди снимают адвент календарь, они говорят обычно томным голосом, типа, они такие: «О, уютные, новогодний уют!» Давайте попробуем тоже так сделать, я постараюсь без клоунизма, ну, а вы мне скажете, нравится вам такой контент от меня или нет. Кстати, посмотрите, как сияет хайлайтер здесь у тебя прямо на щеке. Ладно. Я не вижу, камера далеко. Ладно. Подожди, все. Попытка говорить томным голосом номер 1. Итак, ребята, сейчас мы с вами приступим. Не надо, Лиза! Нет, подожди, я должна быть серьезной, я же дед сегодня. А, не дед, а Гео, но это другая история. Дедовской Гео, дед. Нет, подождите, хватит меня сбивать, да, все, вы проказники. Серьезный контент, я могу быть серьезным человеком, это бизнесмен. Попытка говорить томным голосом номер 2. Итак, ребята, сейчас мы с вами открываем циферку 8. Давайте же найдем от нее открывание. О, я его нашла. Теперь я подсовываю туда свой ноготь. И осторожненько, чтобы ничего не поломать, достаю. О, ребята, что же внутри? О, боже мой! Какая красивая! Эта помадка такая потрясающая! Я не могу, класс! Серьезный контент. Блин, люди смотрят адвент календарь не для того, чтобы ржать и кринжевать, для того, чтобы типа вайб поймать там, Новый год. Почему я вот гирлянды с бабок обвесилась, там цветы, вот полуживые. У меня в руке чашка кофе в новогоднем дизайне, все как положено, но почему? Опять какой-то клоунский вайб. Видите, как я открыла? Гениально. А теперь смотрим. По цвету темно-коричневый, такой немножко терракотовый. Не уверена, что терракотовый именно такой, но мне нравится слово. И по цвету он, по-моему, подходит к карандашу. Но если бы карандаш был потемнее, наверное, был бы более хайповым. Ну да ладно, давайте посмотрим. Наношу на губы. Все мои губы потресканы, пипец. Не думаю, что помада с карандашом их спасут. А это, в общем-то, и не для этого продукт создан. Мне кажется, мне такой цвет не идет. Мне кажется, мне идут больше такие цвета с красным батоном, чем с каким-то коричневым. Я не знаю, что вы думаете, но помада, но. Что еще сказать про помаду? Она нормальная. Но просто мне такой цвет, кажется, субъективно не идет. Причем, кстати, который бы, вот если бы цвет был бы больше, как на упаковке, он бы мне шел, потому что я предпочитаю вот такие вот оттенки с красноватостью. А какие цвета предпочитаете вы? Пока что у нас получается вот столько продуктов. Давайте в конце видео посчитаем вообще, насколько у нас вышел состав и за сколько я покупала этот адвент, и сделаем определенный вывод. Но как будто бы прикольно, что нет ни одной неполной размерки. Так думаешь, что будут резинки? А видишь, нет. Думаешь, нет. В этом дорогущем адвент-календаре резинки не хочется видеть. Но смотря какие, потому что резинки-то тоже разные бывают. Некоторые из них имеют практическую пользу, некоторые не очень. 9-я цифра! Ура! Новый год! С днем рождения, те, у кого день рождения, Новый год! Открываем. Цифра 9. Вайбим Новым годом. Новогодний вечер, вайб. Класс. О, кабаре, премьера золотая. Тушь, хайп. Я рифмоплёт. Короче, ну, это Vivienne Sabot кабарет, все ее знают, а если не знаете, ну, наверное, хотя бы разок слышали, хотя, может, и не слышали. А про розовую тушь, которая сейчас на хайпе у Vivienne Sabot, ну и черная там тоже есть, наверняка тоже слышали. Ну, вы поняли, о чем я. Открываем кабарет и просто красим ресницы, потому что я не знаю, что сказать про эту тушь, про нее уже, по-моему, миллион раз все сказали. У меня даже коллаборация была с этой тушью несколько лет назад, год или два, когда у меня была своя личная Vivienne Sabot кабарет by Ava Melissa.
месяца, на которую, кстати говоря, наделали кучу фейков. Вот вы просто представляете, я не знаю, сколько сейчас эта тушь стоит. Рублей, наверное, 450-490, но в этом районе, то есть она доступная. И вот на эту тушь в коллаборации со мной сделали фейки. И эти фейки, блин, продаются даже на Озоне и на ВБ. Я когда это увидела, у меня просто волосы стали еще большим дыбом, чем есть сейчас. Это полный трэш. Не покупайте фейковые туши Vivienne Sabo от Ava Melissa. Покупайте оригинал. Ну, он же вроде как распродан, и столько где-то стоки не остались. Но в целом, вот так вот тушь не покупайте, если она выглядит. В коробке она не продается, она продается вот так. Ладно, минута полезного закончена, приступаем к клоунизму. Это одна из самых популярных тушей, и количество отзывов на нее какое-то, мне кажется, за грань добра и зла. Мне эта тушь всегда нравилась, сколько я себя помню, это была одна из первых тушей, которую я покупала от русских брендов. Да, Vivienne Sabo русский бренд, кстати, если что. И мне она нравится и по сей день. А как вы относитесь к Vivienne Sabo Cabaret? Цифра 10. Интересно, что там будет. Потому что сейчас макияж уже вырисовывается полноценным. Но, кстати, знаете, мне очень не понравится, если в цифре 1... Ой, господи. Если в цифре 31 будет тональник, потому что это будет полный треш, придется тоном, чтобы все перекрывать. Короче, ладно, не буду паниковать раньше времени. Цифра 10. Все-таки у нас серьезное видео про распаковку адвент-календарей. Так, и здесь у нас блеск для губ. В принципе, пока все по очередности идет даже как будто бы адекватно. По цвету такой светло-розово-персиковый. Это вообще не мой оттенок, но я уверена, что есть много людей, которым он нравится. Напишите, как он вам. Еще, кстати, этот блеск обладает эффектом плампинга для губ, то есть он увеличивает их в размере на некоторое время за счет сжижения ментола в составе и вот этого вот всего. Давайте посмотрим. Я стала нюхать этот блеск, потому что было написано, что там есть черри. Пахнет вишней. Почувствуйте запах. Да, да, хороший. Запах хороший, пробуем. Пока никакого бум не замечается. Да, это не мой продукт, определенно. Ну, эффект плампинга я начинаю чувствовать, потому что губы как бы делают птич. Однажды я была в Корее и встречалась с моими подружками, и они притащили мне один блеск для губ. То есть, значит, они мне говорят, в Корее сейчас на таком хайпе один продукт, вот прям намашиваю, у тебя губы аж до носа достанут. Я такая, да меня, в принципе, устраивают мои губы, ну ладно. И они дают мне эту помаду, а я же еще, ну, я бьюти-блогер, понимаете, протестировать нужно. Вот это все обзоры, это мое счастье. И беру, короче, этот блеск, и получается вот такое вот лицо. Нет, меня не покусала пчела, нет, я не сделала инъекцию. Да, это помада какая-то корейская, хайповая, которая реально дает плампинг. После вот этого ничего другого я не вижу, и не слышу, и не замечаю, потому что после этого ничего не замечу. Мне тут дали, короче, какую-то помаду попробовать, посмотрите с моими губами. Я не сделала инъекцию, что с моими губами? У них есть с цветами помада. А еще губы так адски пекло, это просто жесть. Я вышла на улицу, когда мы сидели в ресторане, когда все это мракобесие происходило, и я охренела, потому что была осень, было тепло. Потому что просто соприкосновение какого-то минимально прохладного воздуха с губами приносило адские муки. От косметики люди не должны так сильно страдать. Трэш. Оценивайте. Цифра 11. Ой. Так, подождите, это что? Повторка? Так, нет, уже здесь написано Кассиопея, а здесь Феникс. Ладно, это золотой, а это такой серо-грязно-золотой. Есть ли разница? Первый оттенок, второй оттенок. Ладно, это не выглядит как повторка, это выглядит как два самостоятельных оттенка. А если вот так сделать? Ну да, они разные. Хотела возмутиться, чтобы было чем возмутиться. Но знаете, когда хочется что-то притянуть за уши, вот ты притягивает. Но в основном учителя так делают, но я не учитель, поэтому пофиг. Не буду, наверное, наносить этот цвет или наносить. Что делать? Я запуталась. Может, на нижний веку бахнуть его? Сияние и блеск, сияние и блеск. Наносить пальцем не вариант, честно скажу, могло быть и лучше. Kinda girl из ресторанов, бежевая soft aesthetic. Но мы будем делать вид, что это просто богатая эстетика с вами. Не вот эти вот все soft girl, patriarchy style, а эстетика людей, которые носят geo long, потому что geo это что? Это богатство, это роскошь, это золото. Так что мы с вами оттуда, из этой категории. Ну не мы, а я. Ну и вы кто со мной, а кто не со мной, ну патриарша, кстати, тоже класс, у меня большинство подружек там живет. Сет, красивая цифра 12. О! И это у нас снова артист 24/7 тени. В этот раз как раз таки сияшкой, поэтому давайте глянем, что сияющие тени нам преподнесут. Они тоже хайповые, выглядят красиво, по-новогоднему сияют. Давайте посмотрим на swatch. Я не знаю, мне кажется, если я нанесу это сейчас на верхнее или на нижнее веко, то это все уничтожится, но цвет реально выглядит очень красиво, поэтому как будто бы хочется его протестировать. И вот что мне делать в такой ситуации, я не знаю. Я бахну, конечно, сейчас сюда, но если все скатается, это не под мою ответственность. Но я думаю, вы сами все видите. Ничего не буду говорить. Кто пользовался артист 24/7, напишите ваши отзывы, я не знаю, что про это сказать. Если вы не поняли, почему Лиса у меня бомбит на то, что повторка, на то, что дубликат, дубляж и все остальное, студийная банда, потому что это была базовая история, матовый оттенок, для того, чтобы наносить базу, а это уже сияющая база, и они разные, это для разных целей используется, вот так вот. Сияние или мат? Вот в чем вопрос.
Тем временем цифра 13. Признавайтесь, у кого это любимое число. Так, с цифрой 13 возникли какие-то сложности. Что это такое? Это консилер кремовый. Оу-оу-оу. Кстати, интересно, здесь оттенок 0,2. Кстати, скорее всего, этот оттенок мне будет темноват. Оу-ой-ой. Я думаю, вот не знаю, хочу я его использовать или нет. Давайте протестируем для начала где-нибудь тут здесь. Да, так никто не делает. Обычно я все-таки нужно использовать его не на этой части, а прям сразу под глаза наносить, потому что консилер имеет свойство еще и затемняться со временем после того, как он окислится. Кстати, такой вот вам бьюти-совет от все-таки бьюти-блогера, потому что мы люди тут серьезные. Если у вас есть консилер, он вам темноват, то когда у вас будут синяки под глазами, прям бахайте в этот момент его под глаза себе, потому что синяки очень клево нейтрализуются более темным и теплым оттенком консилера. Потому что если вы на какие-то синяки бахнете чисто белый консилер, самый-самый белый, который у вас есть, ничего хорошего не выйдет у вас, просто синяки станут из голубых такие серые. Консилер нанесся легко, никакой блеск он не перекрыл, вроде как от синяков меня избавил, можно еще вот здесь вот бахнуть зону у носа, потому что она какая-то покрасневшая. Так хорошо вроде. Принять за это там снегопад, вы видите вообще, что происходит на заднем фоне, трэш. Это песня для нового года, январская вьюга. Январская вьюга, вьюга в январе, я не шансонье. Можно, пожалуйста, фонк-микс? Хорошо. Поехали дальше, цифра 14. Если честно, этот адвент такой большой, я уже устала его открывать, слишком много всего. Вы ждали долгих видео, поэтому это будет долгое видео. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, это помада. Куда ее наносить уже не знаю, поэтому давайте просто распакуем, посмотрим. Оттенок персиковый, цвета персика. Кстати, недавно я видела размышление о том, что некоторым людям персик пахнет говном. Мне он так не пахнет, а вам? Нет, серьезно. В соцсети под названием X, ну там какой-то типа Илон Маск, который выкупил. Вот там вот идет такие обсуждения. Бальзам нужно наносить на губы, но у меня на губах уже пломбир, помада и карандаш, поэтому все. Я не это хотела сделать. Ну, окей. Помадку уходи обратно. Цифра 15. Где 15? Мы что, открыли 15? Нет, меня открывали 15. А где 15? Я тоже не вижу. Они... А вот она. Боже, я думала, нас обманули. Представляете, вот покупаешь-то адвент, а там нет какой-то цифры. А если это твоя любимая цифра? Это же обидно. Ой-ой-ой. И у нас... А вот теперь реально, походу, дубляж. Подождите, оттенок 102. А это оттенок у нас был. А это оттенок Алан 302. Но они, я думаю, нет смысла отрицать, что они очень похожи. Ну, давайте проверим. Это посветлее, это потемнее. Все по классике. Это моя рука. И вот оттенки. Ну, для меня они очень похожие. Я типа понимаю, что у всех разные оттенки губ, и каждому требуется свой цвет, потому что даже мне вот этот, например, не подходит, а это как раз то, о чем я говорю, если с большей краснотой, мне подошло больше. Не знаю, это тоже сильно коричневый карандаш, или красный, или наоборот, совсем прям вот такой вот бежеватый нюд. Ну, типа, это уже, знаете, серия, когда хочешь докопаться, и ты докапываешься на ровном месте, но концептуально оттенки очень похожи. Хотя, возможно, это просто их бестселлеры, но тут я не знаю, это вы мне уже расскажите. А мы тем временем приступаем к цифре 16 и приближаемся плавно к чему? К цифре 17. А это моя любимая цифра. Думаю, что там? А мне кажется, еще одна помада будет. А тебе? Ну, я думаю, что да. Мне кажется, какой-то глиттерный тоже. О, и мы с тобой обе не правы, потому что это с одной стороны помада, но с другой стороны это все-таки кремовая помада, и это немножко не то. Давайте посмотрим. Распаковочка. И цвет тоже вот в этой вот нюдовой, очень популярной гамме, но теперь в розовинку. То есть, если этот у нас ходил в беж, этот у нас уходил в кирпич, то это у нас уходит вот в розовинку. Прикольно. Носить я его тоже не буду, потому что у меня уже все есть на губах, но, типа, как концептуально продукт хайп. Кстати, несмотря на то, что он не кажется большим, это полная размерка, я точно знаю, потому что у меня есть подобный оттенок, только немножко другой. Моя любимая цифра, цифра 17. Надеюсь, она не подкачает, а если подкачает, ох, как я буду зла. Блин, только не говори, что здесь опять будет кругляшок, но не... А, маска для губ. Пом-пом-пом-пом. Почему в этом году все мои любимые цифры 17, вот все 17, которые только существуют в мире, вечно какая-то вот, ну вот прям это самый нелюбимый мой продукт из того, что я пока что достала. Даже персиковый бальзам лучше был. Хотя, может, это хорошая маска. Хотя у меня же губы обветренные, может, она правда норм. Пыталась она убедить себя, что цифра 17 не так уж и плоха. Какое ваше любимое число? Вот чем вы похвастаетесь? 18! Прям большая цифра. Вот хорошо тем, кто любит 18. Вот сейчас макияж и поплывет на этом моменте. Сколько я не пробовала нарисовать стрелки, вот, а. Фух, нас пронесло, это глиттерная подводка. Я думала, она черная, я уже обосралась, что все, макияж кирдык. Но это
это глиттерная подводка. Такой продукт я еще, кстати, не тестировала. Ну, это что-то на очень богатом фэнси. Ну, давайте накрасим на нижний век тоже вот сюда вот. И будет красиво. Ой-ой-ой-ой-ой. Подводка очень красивая, но, к сожалению, ее нельзя толком разглядеть. Как раз-таки по причине того, что у меня уже очень много продуктов. Но я все равно наношу его внутренний уголок глаза. Цифра 19. Не, ну продукты тут великое множество. Еще мне отдельно нравится моя рука. Это, конечно, выглядит прям очень фэнси. Циферка 19. Так. И вот теперь здесь подводка. И здесь я уже не так сильно переживаю, потому что в отличие от вот этого средства, которое меня правда напугало, я подумала, что это жидкая кремовая черная подводка, это меня абсолютно не пугает, поэтому рисуем стрелку. Ох, только я не уверена в том, что я сейчас подводку сделаю, она хорошо ляжет на вот это вот все добро, потому что у меня-то уже тут куча блески, и, возможно, будет не супер, но посмотрим. Ну, вот такие стрелки я нарисовала. Честно, я думала, что это будет сложнее, потому что рисовать на блёстки мне некомфортно. Я обычно сначала рисую стрелки, уже потом делаю блёстки, уж тем более потом делаю тушь. Но я знаю, что многие сначала делают тушь, а потом уже как бы наносят подводку, поэтому это уже, как говорится, вкусовщина. Вот. Если бы я наносила все-таки подводку до того, как нанесла тушь, у меня стрелки были бы явно лучше. Но что имеем, то имеем. Поехали дальше. Смотрите, насколько огромная цифра 20. Ну, давайте ее достанем. О, боже, какой этот адвент гигантский. Я не могу, я не выдерживаю его гигантскости. И здесь у нас. Ага. А вот теперь точно повторка помады будет 100%. Смотрим, достаем, расщепляем. А, опа! А вот, кажется, меня и забайтили. Поймали на слове. Сначала я сказала, что цвета похожие, несмотря на то, что они разные. А теперь мне дали вообще кардинально, принципиально другой цвет, потому что он, блин, конкретно розовый. Во, вот такой вот цвет. Супер розовый. Хотя почему-то в этом освещении кажется, что они похожи, но нифига. Смотрите, эта помада прям по цвету адвента. Очень розовая, очень милая. Но я такие цвета не люблю. Кто-то любит, напишите. Не, серьезно, я знаю, что блогеры часто говорят: ой, если вы любите, напишите, а потом вот скажите, и всех это уже бесит, и сама я тоже периодически смотрю блогеров, и это тоже как бы напрягает. Но мне неиронично интересно. Когда я задаю вопрос, мне интересно получить на него ответы, поэтому вообще не стесняйтесь что-то писать. Я вас услышу и увижу, потому что этот вопрос я вам задала, и я хочу узнать ваше мнение. Может быть, сейчас все напишут, что это ваша любимая помада. Ну и что делать, придется такую помаду выпускать. Ой, ну вы ничего не слышали, только то, что я сказала. А теперь мы с вами едем дальше и приступаем к циферке 21. Та-ра-та-ра-та-та-та-та-дам. Кажется, будет еще одна тушь, потому что уж больно большая упаковка. А, это не тушь, это каял. Ну, я, честно, не хочу его добавлять уже никуда, потому что если я добавлю его на нижнее веко, это уже будет полное колхозище, потому что слишком много блестяшек вот с этими губами, но правда не хочется. Хотя, и так, не то, чтобы я могла сказать, что сейчас мой макияж какой-то гипер... эстетик, альт, вот это вот все. М-м. Ну и ладно, не будем уже добивать его. Давайте лучше откроем следующую цифру. Циферка 22. Это был блеск для губ. Называется тропики. Ну, цвет блестящий, персиковый. Давайте посмотрим, откроем. Может быть, при открытии он нам понравится побольше. Итак, разворачиваем. Вы знаете, как будто бы никто не умрет, да, если я сделаю вот так и просто попробую накрасить этим тропиком. Ой-ой-ой-ой, это была не лучшая моя идея, потому что теперь блеск стало еще больше. Я что-то думала, что, знаете, он будет такой легенький эффект давать, как бальзам с блестяшками. Но он, блин, по факту выдал тут какой-то реально гиперблеск. Но те, кому нравится такая текстура, оценят. Я не фан. Я предпочитаю все-таки матовые, определенные цвета, не это, но это вот так. Хотя нет, симпатично. Но с глазами перебор, кажется такими вот странными. Не нравятся мне, короче, глаза, а губы нравятся, наверное. И цифра 23. Мы, кстати, с вами уже плавно подходим к последней неделе нового года. Идейно. Ай-яй-яй. А, не могу открыть. Открыла. И здесь у нас с вами еще один, получается, пломбир, но уже в другом цвете. Но эти прям цвета вообще похожи очень сильно. Это более такой холодный, это более теплый. Не знаю, что тут еще добавить. Давайте откроем цифру 24. На этом этапе адвент-календарь мог бы закончиться, если бы мы с вами раскрывали традиционный адвент, который продается в Европе, потому что как бы там вот это все Weihnachtsmarkt, ладно, это про другое, но, короче, вот эти все адвент-недели, они длятся до 24 ноября, потому что 25 декабря, 25-го это у нас уже Рождество. А в Рождество уже все, выходной, ничего не работает. Только ярмарки рождественские, и то уже местами они не на 100% работают, же день семьи там вообще считается. Открываем 24-ю цифру, интересно, будет ли она какая-то легендарная или все-таки база. Но, если честно,
Уже как будто бы хочется немножко новых продуктов посмотреть. Это относительно новая тушь от Vivienne Sabo. У нее очень прикольная щеточка вот с такими, знаете, пупырышками. Мне эта тушь объективно нравится. Я даже честно, я не знаю, мне нравится больше Кабаре. Или вот это вот Фантастик, я не поняла. Но и та, и другая тушь, в принципе, класс. Но мне хочется увидеть какой-то другой продукт, потому что пока что как будто бы все стало достаточно однообразно. Хочется чего-то интересного, даже не знаю чего. Например, маркер для бровей, например, было бы прикольно, потому что что-то как-то повторяется все уже. И цифра 25. Чтобы вы понимали, мой телефон стоит на чашке кофе, поэтому очень опасно сейчас все происходит. Только для вас. Не дается. Блин, опять тропика. Да зачем? Нет, тропика. Я хотела что-то другое. Хотела средство для бровей. Ну, в общем, ребята, в 25 номере была тропика. Это блеск для губ, который у нас с вами уже был. Вот теперь есть еще один. А мы с вами приступаем к распаковке дальше. И нас ждет с вами циферка 26. И это минутки томного адвент-календаря для тех, кто уже начал засыпать. Кстати, часто раньше мне говорили о том, что мои видео смотрят и засыпают. А потом я подумала, что, видимо, это значит, что мои видео были в какое-то время унылые. И стала делать слишком много эффектов, приколюх, и вообще здесь происходит какой-то пост-иронический, сюрреалистический иронизм. 026. Опа! В плане не опа, а опа! И это у нас с вами палетка теней. Ну, 26 номер, как бы молодец. Палетка теней, между прочим, нейтральная. Вот так вот она выглядит. Я даже попытаюсь ее впендюрить к себе на лицо, на свои глаза. Здесь самые нейтральные оттенки. Это буквально вот она, самая базовая гамма. В принципе, nice. Вот такой макияж получается. В принципе, я думаю, если бы я все это набахала немножко в обратном порядке, было бы лучше. Но что имеем, то имеем. Поехали дальше. И дальше у нас циферка 27. Ой-ой-ой, сколько всего улетело. Но вообще, как будто бы они пошли на разгон, и в 27-ю цифру должно быть что-то реально крутое. Ну, я на это надеюсь. I wish. Вот у меня не получается сохранить хороший, адекватный вид этого адвента, поэтому... Помадка. Вообще, это не помадка, а карандаш для губ, но это не важно. 28-я цифра. Чего, еще одна помадка? Не, ребят, ну это странно. Тут уже... Это правда странно. Это 28 число у нас. Здесь было средство для бровей, которое у нас уже было. Причем это в светлом оттенке. Да, я понимаю, что брови у всех разные и т.п. и т.д. Но вот сейчас уже прям остро отмечается то, что необходимо каких-то новых предметов. Очень не хочется. Видите, как меня палетка теней обрадовала? Прям хайп был. А вот сейчас что-то как-то уже не очень. Ну окей, поехали, 29-я цифра. Ладно, цвет правда красивый, вот этой помадки. Цвет получает лайкусик. Знаете, чего не хватает? Пудры. Почему нет пудры? Прям полноценного хайлайтера. Вот это прям просится. Че у нас? Цифра 30? Ой, ребята. Надеюсь, тут не помадка будет. Это же это будет вообще странно. И цифра 30. Помадка. Цифра 31, серьезно, тоже будет помадка? Почему оно по размеру как помадки? Че происходит вообще? А что случилось с адвентом? Он же был хороший. Нет, все. Переходите, смотрите видео про прошлый адвент-календарь. У меня на этом закончился контент. Пока. Да вот зиму, за что? Там ничего нет. Реально странно. Ой. Так, стоп, а где 11 реально? Фу, воняет. Это что? О, платите мне за это видео. Ну, типа, такое.